меня есть 10 тысяч долларов. А также есть этот драгоценный камень. Эй, иди сюда. Что? Сейчас ты можешь выбрать, забрать камень или эти деньги. О, можно выбрать, начальник? Да, можно, но только если ты пройдешь 20 стульев. Хорошо. Давай, проходи, чувак. Первый стул. Ты прошел. Один есть, осталось еще 19. Окей. Проходи дальше. Здесь теперь будет стол. Нужно на него перебраться. Мирон это сделал. Переползти по нему. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Перелазь. Второй стул пройден. Но дальше будет еще сложнее. С каждым разом перейти на следующий стул будет все сложнее и сложнее. О, Валера, быстрее иди сюда. Что я там? Нашел. Что ты нашел, Мирон? Веревку. Веревку? Я нифига себе. Давай, тяни, тяни, Мирон, тяни. Мирон все-таки смог найти веревку. Нет. Нужно притянуть его к себе, но максимально аккуратно. Мирон, если веревка порвется... Ты уже никогда в жизни не достанешь этот стул. Ты сразу же потеряешь бриллиант. Блин! Ну, либо деньги, смотря что ты выберешь. Давай, чувак, тяни, он уже близко. Давай, еще чуть-чуть. Осторожно, не порви. Ну, чувак, она... смотри, ты трешь здесь. Сюдой. Ты трешь, подними, не три, блин. Давай, дотягивай, дотягивай. Есть! Окей, ты дотянул, переходи. И это третий стул. Мирон прошел уже три стула. А как здесь пройти? Я могу дать тебе лишь маленькую подсказку. Какую? Тебе нужно опустить эту лестницу, чтобы перейти по ней на другой стул. А как это сделать? Как это сделать? Я тебе не расскажу, Мирон. Думай. Окей, Мирон, я приду через 10 минут и узнаю, смог ли ты пройти. Ну что, Мирон, у тебя получилось? У меня не получается. Что будет, если я вообще не пройду? Тогда ты не зарабатываешь бабки или не сможешь выбрать бриллиант. Мирон, думай. Реально, думай. Ну что может... Ты реально не видишь? Мирон нашел. Нашел мяч, который постоянно был в кадре. Ребята, можете перемотать. Постоянно возле Мирона головы был этот мяч. Я в шоке. Мирон, думай головой. Реально. Это всего лишь четвертый уровень, а ты уже не можешь пройти. Ты потратил много времени. Подожди! Сейчас, если ты не попадешь этим мячом в лестницу, то она не упадет, и ты сразу же проиграешь, и видео заканчивается. Понял. Так что? Это очень рисковый момент. Мирон, ты должен попасть. Мирон, осторожно. Окей, Мирон, бросай. Всего лишь одна попытка. Ты попал! Оно падает! Я уж думал, не упадет! Чувак, становись! Осторожно, осторожно, осторожно! Если ты тронешься с земли, ты сразу же проиграл! Не-не-не-не-не-не, чувак! Дотронулся, подожди! Блин, не, он стоит, окей? Окей, проходи, проходи! Проходи, чувак! Осторожно! Давай, давай, чувак! Ты прошел четвертый стул! И, ребята, дальше будет! Дальше будет еще сложнее! Реально? И сложнее, ну конечно же, чувак! Валера, начался дождь! Нет, Мирон, это твое следующее задание! Здесь я поставил поливалку, которая распыляет воду, и ты должен пройти по скользкой деревяшке на ту сторону. Давай, чувак! Да быстрее проходи, а то сильно намокнешь! Блин, осторожно, осторожно, Мирон, не поскользнись! Я в шоке! Сейчас Мирон будет максимально мокрый, и ему будет все сложнее и сложнее проходить следующие уровни. Окей, Мирон, пятое прошло, блин, невозможно там стоять. Мирон промок, ему холодно, и тем сложнее будет проходить следующие уровни. Давай, проходи, разворачивайся! Тебе осталось пройти еще 15 стульев, и тогда ты сможешь сделать свой... Осторожно! Выбор, деньги или бриллиант. Проходи, чувак, проходи! Ты уже очень близко до стула. Я не знаю, Мирон, стул здесь, ребята, расстояние, в принципе, большое. Ты можешь допрыгнуть? Мирон, касаешься земли, ты сразу же проигрываешь, выбываешь, чувак. Ну, посмотри. Только заметил, я в шоке. Но ты бы мог уже понять, что где-то спрятаны какие-то предметы постоянно. Вытаскивай, вытаскивай, Мирон. Давай, кидай. Только осторожно, чтобы оно сейчас ветром его не сдуло. Ты проиграешь сразу же. Ты достать уже не можешь. Осторожно, чувак. Окей, Мирон, залазь, я буду следить за тем, чтобы он не коснулся земли. Осторожно. Осторожно. Осторожно, чувак. Окей, Мирон, укатывайся. Ребята, Мирон нашел выход. Только осторожно, не коснись земли. Окей. Теперь тебе нужно прокрутиться, не касаясь земли. Не касаясь земли, я чувак. Пытаюсь. Осторожно, осторожно. Еще чуть-чуть. Ты крутись, ну. Есть, и просто вставай. Левел становится все длиннее и длиннее. Шестой стул пройден. Окей, ребята, следующий уровень. Мирон, проходи. Седьмой уровень. Нет, ты вряд ли туда допрыгнешь. Здесь смысл в другом, но думай. Я тебе подсказывать, как всегда, не буду. Давай. Ты можешь проходить любыми способами. Ребята, здесь все продумано. Мирон точно можешь пройти каждый уровень. О, изикатка, додумался. Окей, как дальше? Вон тебя ждет стул и велосипед. И там уже следующий стул. Ребята, все продумано, просто нереально. Давай, Мирон, залазь, залазь. Давай, чувак, ну камон. И становись на стул. В принципе, этот левел был легким. Осторожно. Осторожно, чувак. Окей, Мирон, как ты будешь проходить уже восьмой уровень? Смотри, что? Здесь есть велосипед, ага. К нему привязана нитка. И та нитка привязана к стулу. Стул? Так тяни его! Ты сразу же встанешь и пройдешь восьмой левел. Нет, я его не притяну,
потому что там 9-й уровень. Где? Вот там, О, блин, а там стул. То есть, если я его притяну... Станешь на него, ты пройдешь 8-й левел, но 9-й уже никак не пройдешь. Окей, тогда как проходить? Вон, думай. Да, я туда доеду с помощью велосипеда. Окей, становись, едь. Но если ты упадешь... Марон, ты же проиграл, ты же это понимаешь, да? И плюс к велосипеду привязана нитка, то есть он не может уехать куда-то в другое место. Осторожно, Марон, ты готов? Подожди, подожди, нужно настроить. Готов? Да. Нитку держи, чтобы она под колесо не попала, окей? Давай, Марон, погнал! Окей, окей. Ребят, он не чекнул, ничего не чекнул. На стол, становись! Стол! Окей, красавчик, Марон. Теперь 9-й уровень, тебе нужно встать на тот стул. Давай, залазь, чувак. Только осторожно, если ты упадешь, то, наверное, там уже разобьешься. Так что неважно. Марон очень хорошо лазит, блин. Ну, все получается, ребята, это уже 9-й уровень. Он прошел уже почти половину заданий, то есть еще половина, и он сможет забрать деньги или бриллианты. Валера, я прошел! Серьезно? Да! Окей. Красавчик, Марон, тебе осталось еще половина заданий. Смотри, что? Следующий уровень, Марон! Офигеть! Быстрее, беги! Давай, Марон, это будет 10-й уровень! Ты пройдешь 10-й уровень! Ура! Осторожно! Стой! Окей, Марон, ты выбежал на улицу! Здесь находятся следующие левелы, которые просто нереально длинные! Но ты начинаешь с этого стула! Становись на него! Марон, ты прошел ровно половину стульев! Еще половину, и ты получаешь приз! О, смотри, что там! Смотри, там стул! Блин, Марон, ты заметил слишком рано! Я думал, Марон начнет проходить левел, и только потом узнаешь, что ему нужно возвращаться. Эй, ты куда? Мирон, подожди, ты куда убежал? Я в шоке. Мирон. Окей. Тебе нужно встать на тот стул и потом вернуться обратно. Обратно к тем левелам, где ты только что был. Осторожно, не упади. Подожди, я сниму с другой стороны. Окей, Мирон, вылазь. Осторожно, тебе нельзя касаться. Окей, ты встал. Как ты теперь залезешь? Залезть намного сложнее. Окей, Мирон, красавчик, давай, я тебе... Ладно, мне нельзя Мирону помогать, иначе будет нечестно. Молодец, Мирон! Теперь беги на те левелы! Поздравляю, Мирон! Ты прошел уже 11 уровней! Сейчас, если ты сможешь дойти по этим разным предметам до этого стула, то ты пройдешь уже 12 уровней! Да что ты стоишь? Давай быстрее проходи! Так, эта штука, она крутится, осторожно! Кто смотрел наше прошлое видео, тот знает эту штучку. Она реально очень опасна. На ней можно легко поскользнуться и упасть. Так, стоишь, Мирон? Да. Окей, тебе нужно теперь переступить на табуретку. Но это сделать очень сложно. Если он переступит на табуретку, то теперь как оттолкнуться? Оттолкнуться от этого невозможно. Накрутится. Он просто дотянулся. Окей, теперь это железная штука. Ты должен на нее встать сверху, понял? Прыгай. Стой. Блин, мне показалось, если сейчас на секунду, что ты встал на землю. Я тебя решил обмануть, понял? Чтобы она прогнулась, и ты упал. Но ты все-таки выдержал. Окей, Мирон, дальше ты должен переступить на... Что это такое? Прошлого видео. Нифига себе, его разорвало. Ага. А как так вообще? Ты что, не смотрел прошлое видео? Нет. Ты что, тупой? Быстрее иди смотри. Ладно, потом посмотрю. Давай проходи, чувак. Быстрее. Теперь осталось лишь на эту штучку переступить. Но она очень сильно шатается. Очень сильно шатается. Плюс она здесь очень острая. Всякие острые штуки. А Мирон, как вы видите, ходит босиком. И быстрее перепрыгивай. Красавчик, Мирон, ты прошел 12-й уровень. Класс! Но теперь будет становиться еще сложнее. Сейчас ты должен пройти до этого стула. Смотри, какой длинный уровень. Это будет всего лишь 13-й уровень. Окей, Мирон, давай проходи. Здесь очень большое расстояние. Я не знаю, моих раз... 2 метра, ребята! Это просто жесть! Тебе нужно как-то перепрыгнуть! Хорош! Окей, теперь еще сложнее. В этот раз стул повернут боком, понял? Ты не сможешь так просто прыгнуть, иначе ударишься. Решай, Мирон, как ты будешь переходить? Дотянешься? Эй, этот стул чуть не упал! Осторожно, он не должен падать. Ты не можешь переносить вещи. Это, я думаю, очевидно. Подожди сейчас. Окей, Мирон, ты прошел на следующий стул. Осторожно, переходи. Теперь тебе нужно добраться до этого стула. Как перепрыгнуть, ребята? Вот как это выглядит со стороны Мирона. Просто невозможно. Прыгаете, ударяетесь, типа, и падаете. Мирон, как это сделать? Я не смогу здесь допрыгнуть. Ты, конечно, никак не сможешь, Мирон, думай. Турник. Но до турника тоже далеко. Ты должен допрыгнуть, в лету схватиться, чтобы не упасть. Если Мирон сорвется с турника, он сразу же падает на землю, типа, бьется и проигрывает, типа, ничего не получает. Мирон, давай, прыгай. Давай, Мирон, давай. Ой-ой-ой. Ты чиснул забор, но забор не пол, поэтому это считается. Окей, теперь тебе нужно перелезть наверх, потом по этой лестнице, и потом только переступить сюда и пройти следующий уровень. Этот уровень еще сложнее, ребята, он его точно не пройдет. Давай, Мирон, проходи. И это все всего лишь один переход, ребята. Давай, чувак. И...
ты смог? Окей, Мирон, ты прошел 13 уровень, тебе осталось всего лишь 7. Давай, смотри, желтый стул очень близко, как будто супер легкий левел, типа ничего сложного, но, ребята, эта палка просто тончайшая. Вот смотрите, ребята, моя нога, и оно в 3 раза тоньше моей ноги. Это нереально, упасть очень легко. Но нужно максимально аккуратно идти. Аккуратно, чувак, это очень сложно, это реально самый сложный левел, наверное. Оно еще и прогинается, может упасть. Да, смотрите, ребята, прогинается, на той стороне прогинается. Осторожно, осторожно, Мирон, сможешь сломаться, ты должен еще правильно остановиться. Окей, окей. Окей, блин, я в шоке. А он держится за деревья. Я-то думаю, как он проходит. Я этого вообще не рассчитал. Если держаться за дерево, то в принципе более устойчивый. Окей, Мирон, ты прошел 14 уровень. Что дальше? Смотри. Давай, Мирон, переступай. Палка упала, ребята. Левел испорчен. И сейчас, Мирон, ты должен перейти на следующую сторону. Но как это сделать? Как это сделать? Мирон еще при этом крутится. Смотрите, ребята. Мирон не достает, здесь расстояние очень много, ну потянись, Мирон. Да, не может, просто дальше он просто упадет. Сразу же, еще при том, что он за дерево держится. Мирон, осторожно. Если он прыгнет, схватится за нее и потянет вниз, то он все равно ногами упадет на землю. Это 100%. Тебе нужно что-то бросить, чтобы оно упало, и потом ты спокойно перепрыгиваешь и переходишь на следующий уровень. Ну что, что бросить, чувак, думай. Думай, чувак. Ну, ищи что-то, ищи предметы. Удачи. Я не знаю, что кинуть, вообще ничего нет. Ну, вон, ладно, вон он, ты все равно витал. Найдешь, там лежит кирпич, Мирон. Чтобы его забрать, тебе нужно обратно вернуться по этому жесткому левелу, взять кирпич и еще раз вернуться. И только тогда бросить. Это просто жесть. Еще и сломан. Мирон, почини, почини, Мирон. Ты можешь починить. Это просто жесть. Окей, Мирон починил, но если бы ты сразу же заметил кирпич, ты бы не рисковал. Так что будь внимателен, дальше будет еще сложнее. Чувак, проходи. Эта палка может сломаться в любой момент. Она выгинается, просто жесть. Окей, ребята, Мирон долез до этой стороны. Забирай кирпич. Ты его сразу же можешь кинуть, Мирон, рискнуть, но расстояние очень далекое. Либо перейти с кирпичом по этой палке, ну, ты, в принципе, можешь кинуть кирпич, кинь сюда, под стул. Да. Потом его заберешь, кидай, чувак. Окей, все, перелазь дальше на эту сторону. Фух, опять рискует, Мирон, опять рискует, ребята. Это жесть. Забирай камень. Блин, просто кучу времени потратил, чтобы туда-сюда сходить. Становись на штуку, и теперь... Важно. Если ты не попадаешь внутрь, камень пролетает, там, или, не знаю, не залетит внутрь, понял, вылетит, ты проиграл сразу. Ты просто ничего больше не сделаешь. Одна попытка. Смотри, со всей силы кинешь, можешь с другой стороны как-то вылететь. Я не знаю. Окей, Мирон, бросай. Всего лишь одна попытка. Закинь внутрь, закинь. Осторожно. Чувак, если оно не упадет, ты проиграл. Зацепись, зацепись его быстрее, бери. Бери, не дотянешься, ты проиграл. Чел, давай, Мирон, дотягивайся. Ты удержался, ты удержался. Хоть стул и упал. Мирон, поставь стул на место, иначе ты проиграешь быстрее. Я тебя зачту, потому что это жесть. Уровень ломается, Мирон все поломал. Переходи, и теперь тебе нужно добраться на эту сторону. Осторожно. По ветке просто, Мирон, я в шоке, какой же лак. Ты при том, что не сбил палатку, а из-за того, что она начала считаться, ты смог до нее дотянуться. Сорвать просто жесть, Мирон. Окей, ты проходишь, я тебя засчитываю. Это 15 уровень. Сейчас 16. Окей. Чего, и это только 16 уровень? Да, Мирон, а ты думал, с каждым разом будет еще сложнее. Особенно с этого момента. Ребята, здесь будет просто жесть, какие-то нитки. Что-то привязано, просто непонятно что. И Мирон во всем должен будет разбираться. Окей, ты стал уже на каремат, пошел. Окей, что будешь делать дальше? Смотри, Мирон. Надо потянуть, чтобы эта лестница упала. Давай, Мирон, тяни, тяни. Мирон чуть не попался в ловушку. Короче, если он тянет за эту нитку, то она тянет лестницу вообще в другую сторону. Мирон, так как ты будешь проходить? Смотри, здесь есть вторая нитка. Окей, тяни за нее, тяни за нее, Мирон. Мирон еще не знает, чему она ведет, но тут есть ножницы. Окей, Мирон заметил, тяни. Только осторожно. Если нитка рвется, ты не достанешь ножницы и сможешь пройти этот уровень. Окей, не можешь достать? Отойди в другую сторону, туда, на стул встань. Еще дальше. Блин, ту штуку сдуло ветром. Ну ладно, Мирон, оттуда тяни, 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 дергай, дергай. Но не порви нитку, Мирон, ты должен держать максимальный баланс. Дергай сильнее, Мирон. Со всей силы. Окей, окей, ты смог достать? Ну, еще дотянуть надо, но тут уже легко. Это ножницы? Ну, зачем они? Зачем, Мирон? Зачем ножницы? Кстати, перейти. Встать на ножницы, ребята, вы вообще такое слышали? Сейчас себе палец отрежешь. Смотри, если я, получается, обрежу вот эту вот веревку, то лестница упадет, и я смогу пройти уровень. Серьезно? Ну, попытайся, только осторожно, чтобы лестница на тебя не упала. Давай, обрезай, обрезай, чел, отойди. Окей, Мирон, остановись. А ножницы ты не хочешь забрать с собой? Так они привязаны. Ладно, иди дальше. Давай, Мирон, проходи. Ребята, левел был тупо на интеллект. Дальше будет еще сложнее. Да проходи, здесь все легко. Ты уже... Для тебя это уже должно быть просто пустяком. Мирон прошел уже 16 уровень. Осталось всего 4. Смотри.
бегу. Здесь два матраса, и с помощью них ты должен добраться аж до того стула. Хорошо. Удачи, Мирон, давай. Если что, ребята, эти матрасы привязаны к дереву, поэтому их дальность ограничена. Окей, ребята, Мирон разлаживает матрас, но, если честно, я не понимаю, зачем он это делает. Я это делаю, чтобы достать до того стула. Ну давай, удачи. Не знаю, ли ты достанешь стул очень далеко. Кстати, ребята, следующий левел будет вообще одним из самых сложных. Но это уже потом. Мирон, ты пересел на другой матрас? Окей, теперь ты можешь подвигать этот. Но, как я уже говорил, здесь дальность ограничена веревкой. Поэтому он слишком далеко, не сможет его продвинуть. Надо будет прыгать. Окей, ребята, вот, вот. Ограничено. Мирон тащит, но не может тащить из-за веревки. Мирон пересел на другой матрас и пытается толкать уже следующий. Но его дальность тоже ограничена. Ты достанешь? Эй, осторожно, чувак. Итак, ты достанешь или нет? Достанешь? Достаешь? Yes, Мирон прошел. Левел был не такой уж и сложный. Просто надо было туда-сюда перепрыгивать, постоянно толкать эти матрасы. А вот этот левел просто бред. Как я дойду с помощью этого стола до того стула? Я не знаю. Удачи, Мирон. Не зря это один из самых сложнейших уровней. Блин, Мирон слишком быстро додумался. Мирон хочет встать на колесо и прокатиться аж до туда. В принципе, этот уровень так и проходится. Но риск просто нереальнейший. Упасть можно в любую секунду. Ребята, это просто уровень невозможный. Осторожно, Мирон. Как ты это делаешь, ребята? Ребята, тут нету никакой помощи. Осторожно! Блин, а, ты чуть не упал, чувак. Это сразу же проигрыш. Ребята, Мирон проходит уровень уже 2 минуты, а прошел всего лишь половину расстояния. Осторожно, осторожно. Чувак, еще чуть-чуть и все. За ветку? Блин, а читер, я думал, до конца будешь доходить. Окей, перебрался. Я в шоке. Ты прошел уже 18 уровень. Осталось всего лишь 2. И все. А как пройти дальше? Здесь ничего нету. В смысле ничего нету, чувак? Посмотри, посмотри вниз. В смысле? Ты хочешь, чтобы я с помощью этого прошел уровень? Да. Мирон, я же говорил, что с каждым разом будет все сложнее и сложнее. Мирон должен встать на эти 2 кирпича и с помощью них дойти аж до того стула. Ни разу не коснувшись земли, что максимально сложно. Мирон. Блин, а ты используешь их как какие-то тапки. Ты что, издеваешься, чувак? Окей, ребята, Мирон уже почти дошел, но здесь очень сложно из-за того, что волнично... Чувак, осторожно, осторожно, ну чувак. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Дошел? 19-й, сейчас последний. Проходи, проходи, чувак. Окей, Мирон, и последний уровень сейчас. Проходи его максимально осторожно, потому что если ты упадешь, то все твои старания за этот день были напрасны. Так, Мирон проходит по лестнице. И сейчас ты пришел к 10 тысячам долларов на этом стуле. Или бриллианту на этом стуле. Блин, ну как я до них достану? Ты можешь использовать эти кольца для того, чтобы достать либо деньги, либо бриллиант. Понял. Нельзя доставать 2 стула, потому что один из них будет 20-м. Ну что, Мирон, что ты выбираешь, бриллиант или деньги? Я выбираю деньги, блин. Деньги? 100%. Ну давай, Мирон, доставай. Что-то у тебя длины не хватает. Осторожней, ударь меня. Ну, Мирон, используй вторую штуку. Ну не тупи. Я буду использовать. Окей, Мирон додумался. Сейчас он привяжет эти 2 конца. Веревка станет длиннее, и он сможет достать деньги. Но Мирон не знает, но если попасть неправильно, деньги могут упасть, либо же он может оттолкнуть стул. Это максимальный риск. Давай, Мирон, ты должен попасть как-то в стул, чтобы... Бля, деньги уже на краю. Еще раз он попадет по бабкам, они просто падают, и Мирон может типа идти домой. Давай, Мирон, постарайся. Аккуратно, аккуратно. Оттолкнул стул. Может, все-таки выберешь бриллиант? Ну, бриллиант типа ты еще не отталкивал. Нет, ну давай, Мирон, давай. О, офигеть, осторожно. Ты чуть не перевернул стул, бабки бы выпали. Притягивай, притягивай, чувак. Тяни, тяни, ну все, вытягивай. Блин, штука спадает, штука спадает. Дотягивай, все, забирай. Чувак, осторожно. Ты прошел 20-й левел и сразу же забираешь деньги. Окей, ребята, Мирон решил выбрать деньги, а бриллиант оставить мне. Кстати, Валера, сколько стоит бриллиант? А, это 20 тысяч долларов.